Строителям Севастопольской ТЭЦ 3 месяца не платят за работу. Об этом сообщили их жены. Исполнителем работ оказались строительные компании из Феодосии, Кабардино-Балкарии и еще нескольких материковых компаний. Недавно строители выселили из общежития, в котором они жили. Компания прекратила платить за проживание рабочих. Им пришлось жить в поле. По планам оккупационных властей, Севастопольская ТЭЦ будет состоять из 2 блоков. Первый мощностью 235 мегаватт планируется сдать в сентябре 2017-го. Второй той же мощностью до марта 2018-го. Уже с января месяца, то есть получается январь, февраль, март уже. Сейчас уже апрель идет. У меня февраль-март. Февраль-март. Кто еще? Сколько? Вот они все стоят. Вот все стоят. Все стоят, кто рабочий, они все здесь стоят. Это не все. Половина, половина, которые не выдержали, они уже уехали. Видите, где люди живут? Да, вижу, это вот по телевизору показывают этих беженцев. Это хуже здесь. Там просто жить невозможно. Там даже собаки плохо жить будут. Вокруг кладбище и один общий туалет.